Открытый фестиваль современной поэзии «Русский слог» проходил в 10 городских округах Подмосковья. Это первый фестиваль, который предназначен не только для опытных поэтов, но и для начинающих авторов. Генеральным партнером является Московская губернская универсальная библиотека. В этот раз писатели собрались в Видном. В рамках области мы становимся со своим литературным, творческим конкурсом премии «Зубова». Мы становимся одними из самых, наверное, признанных в этом плане Ленинский городской округ. Нас принимают как литературная премия уже области. И проходит еще немного времени, мы становимся уровнем литературной премии России. 6 июня исполнилось 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этом году именно этой памятной дате посвятили фестиваль современной поэзии «Русский слог». Специально для гостей подготовили тест на знание его стихов. На мероприятии вспомнили не только одного из флагманов русской поэзии, но и дали слово современным авторам. Деревни, перекрывая свет в маленьких окнах, не открывались, только форточка всегда скрипела и осыпалась белой краской. На всю стену дома царствовал жасмин. Одуряющий пах. До сих пор помню, то лето. Мне было 13. Самая юная участница фестиваля современной поэзии Алиса Киселева из города Дубна прочитала стихотворение собственного сочинения, посвященное блокаде Ленинграда. На белых хлопьях той зимы остались слезы, боль войны, что сильно край родной задела. И стала матери заменой мне та старушка, что когда-то спасла меня под Ленинградом. Мне хлеба корочку дала и молока попить кормила. Она меня обогревала, а родимой дочерью считала. Одним из почетных гостей вечера был секретарь Союза писателей России Сергей Берсенев. Он отметил, что такие проекты способствуют развитию русской литературы и помогают молодым авторам совершенствоваться и понимать, кем они являются для своей страны. Я пожелаю молодым ребятам не замыкаться как-то, не писать для себя, а как-то объединяться, доверять более, скажем, взрослым писателям, которые действительно хотят им помочь, потому что вы будущее нашей литературы. Юлия Стаферова, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ.